Мамы учат малышей. Мамы учат лучше всех и всему на свете, даже если пух и мех носят эти дети. Летом в солнечные дни дети не скучают. Вот послушай, что они мамам отвечают. Здравствуйте, наши маленькие друзья! Сегодня Коковинка предлагает вам послушать забавные и короткие стихи Сергея Еремеева. Вы услышите, как добрые и заботливые мамы-животные разговаривают с детенышами и чему учат своих любимых непосед. Нежные рисунки художницы Любови Ереминой-Ношин покажут, как проходят такие необычные занятия. Внимательно вслушивайтесь в стихотворные строчки, рассматривайте красочные картинки и выполняйте увлекательные задания. Итак, начинаем. Гав, куда ты подевался? Тёв-тёв-тёв, я кувыркался. Гав, да ты с горы скатился, весь в колючках воротился. Мальчики и девочки, давайте проверим вашу внимательность. Найдите в каждом ряду собачку, которая отличается от остальных. Правильный ответ. Первый ряд – третья собачка. Второй ряд – вторая собачка. Иго-го, скачи сюда! И, конечно, мама, да! Скоро будешь с новыми крепкими подковами. Продолжаем проверять вашу наблюдательность. Найдите на картинке двух одинаковых лошадок. Правильный ответ. Лошадки под номерами 3 и 4. Мурр, готовишься ко сну? Мяу, лапки облизну. Мяу, очень аккуратный, мой котенок ненаглядный. Вспоминаем счет. Сосчитайте правильно, сколько черно-белых, серых и рыжих котят нарисовал художник. Правильный ответ. Черно-белых 4, серых 3 и рыжих 2. Бе, ягненок, бе, ягненок. Повторяй за мной, ребенок. Мама, я уже тебе говорил сегодня, бе. Ребята, перед вами две картинки. Стадо овечек пасется на лугу. Посмотрите внимательно на изображение и найдите 5 отличий. Правильный ответ. Первое – облако. Второе – травка. Третье – доска в заборе. Четвертое – белая овечка. И пятая – ромашка. Му, ты хочешь молока? Му, спасибо, нет пока. Му, ты молодец, малыш, замечательно мычишь. Друзья, мы думаем, что вы отлично знаете всех животных и их детенышей. Давайте еще раз их вспомним и назовем, сыграв в игру «Мамы и детки». Например, корова, теленок. Свинья, поросенок. Мышка, мышонок. Курица, цыпленок. Утка, утенок.
Лягушка – лягушонок. Маленькие любознайки, надеемся, что представленные герои книжки-картоночки Сергея Еремеева, заботливые мамы и их чудесные малыши порадовали и очаровали вас. Обязательно познакомьтесь и с другими стихотворениями автора, и вы узнаете, как мама-свинка учит поросенка правильно хрюкать, за что мышка хвалит мышонка, и почему один утенок заставил ждать всех своих сестренок. Убедитесь сами, что у каждого зверька-малыша самая заботливая мама на свете. А сейчас посмотрим короткий диафильм по стихотворению Григория Виеру «У каждого мама». Слышишь, утром листья детки шелестят на маме ветке. Рады мы уходу тьмы, снова маму видим мы. Мама есть у медвежонка, у слоненка, у ежонка. Окончанию длинной ночи каждый радуется очень. Утром только солнце выйдет, звери мам своих увидят.